Скажи мне, почему ты не смог его убить? Он предвидел каждое мое действие. Я загнал его в угол, потом я выстрелил. И он исчез, как призрак. Кто он такой? Кажется, я знаю, в чем дело. Это ты. 25 лет назад они сделали тебя из меня. Они выбрали меня, потому что я особенный. Пора положить этому конец. У тебя все его способности, без его боли. Вы создали человека из другого человека. И послали меня его убить. Вы намеренно это сделали. Соберись, тебя сдерживает страх. Ты должен перебороть себя. Из всех людей в мире, почему они послали тебя? Вы с друзьями еще общаетесь? Сложно сказать. Когда мы познакомились, мы были другими людьми. Деда Эдди? Энтони. Знакомьтесь, Марта и Беттани, а это дедушка Спенсера. Приятно познакомиться. Привет. Простите, что помешали. Да ну что вы, а вот он мешает. Майло Уокер. А вы не знаете, где Спенсер? Похоже, он вернулся в игру. Надо его вытащить. У тебя что, крышак поехал? Мы даже персонажа еще не выбрали. О, ненавижу эту тему. Ты это слышал? А? Привет, Спенсер. А? Чего? Ты кто? Охренеть. Вы дедушка Спенсера. Мы что, во Флориде? А вы? Майло Уокер. Мне что, сдох и превратился в мелкого жилистого бойскаута? Мы мертвы. Беттани? Нет, нет, нет! Фридж? Я теперь жирный чувак. За что мне все это? Ничего себе, какой я гибкий. А ты мои ляхи видел? Вот это ляхи. Да не то слово. Так, похоже, у нас проблема. Игра сломалась. Что за игра? Чур я не вода. Не хочу быть водой. Приветствую в Джуманджи! Ваше новое приключение сложнее предыдущего. И помните, будущее Джуманджи в ваших руках. У меня только один вопрос. Что за Джуманджи? А пилот соседский сынок? Мы все умрем. Так мы уже. Мы в аду, что ли? Задницы чую. Господи. Это совершенно новый уровень. Отрастите глаза на затылке. Ядрите, колотить. Джуманджи. Новый уровень. А это еще что? Ваши сильные и слабые стороны. Испепеляющая харизма. Дурацкое выражение лица, а? Что происходит? У тебя приступ? Дыши! Дыши! У него левая сторона онемела. Эдди! Скоро в кино. Что-то происходит с людьми, когда они покидают этот город. Чем дальше, тем туманнее воспоминания. Но я никогда не уезжал. Я помню все. На помощь!
помощников. Вы поклялись. Поклянемся. Что если оно не сдохло, если оно когда-нибудь вернется, мы тоже вернемся. Мы не остановили его. Пеннивайз. Клоун. Мы не позволим этому повториться. Эй! Парень! Привет. Пожалуйста. Лет. Я мечтал о вас. Я жаждал вас. Я скучал. Мы должны прикончить его. Навсегда. Я видела, как мы умрем. Оно сожрет нас изнутри. И скоро не останется выбора. Ты соврал. Я умер. Ты соврал! И я умер! Я считаю, что женщины способны на все. Не факт, что не всегда хорошо получается. Но у меня много талантов. Кто ты такая? Я приманка, жеребец. Делаешь деньги на гуманитарной помощи, да? Потрясающе, ангелы. У вас новый клиент. Кто она? Я перестала спать по ночам. Я ведущий программист на проекте, который призван совершить прорыв в энергетике. Но из него хотят сделать смертельное оружие. Елена, нужно уходить. Сейчас. Так ты не официантка? Нет, я Джейн. А вы кто? Я Босли. Добро пожаловать в агентство Таунсенд. Мы существуем, потому что традиционные меры правопорядка не справляются. Вы что, типа девушки-шпионы? Джейн, бывший агент МИ-6. Отпад. Что вы сделали со Свеном? Пережала сонную артерию, чтобы прекратить подачу кислорода к мозгу. А это безопасно? Не бойся, он проснется. Если повезет. Сабина у нас по связям с общественностью. Типа я самая умная. Нужно найти это оружие, пока оно не стало любимой игрушкой преступников. Отведите ее в гардеробную и подготовьте. Нам понадобятся парики, игрушки. Дерзко. Шмотки. Эй, ты чего застряла в первой гардеробной? А есть другие? Круто. О, леденцы. Лучше не трогай, они иногда взрываются. Обожаю фосфор. Это и мой любимый химикат. Правда? Ты что, флиртуешь с симпатичным ботаном? Нет, конечно. Как ощущение? По лицу вижу, что понравилось. Даже очень. Ну, погнали! Ангелы Чарли. Доброе утро, ангелы. Доброе утро, Чарли. Может, уже отстанете от ребенка? Простите. Артур, у меня для вас плохие новости. <с
Эта встреча последняя. Вы не слушаете. Одни и те же вопросы каждую неделю. Как дела на работе? У вас были негативные мысли? Все мои мысли негативные. Для всех, кто думает, что легко справиться с моей работой, вот, посмотрите. Когда я был маленьким и говорил, что стану комиком, люди смеялись надо мной. Что ж, теперь никто не смеется. Что ж, ты чертовски прав. Это все так ужасно. Всю жизнь я не знал, существую ли я. Существую. И люди начинают замечать меня. Думаешь, это смешно? По-твоему, это шутка? Мюррей хотел попросить. Да? Будешь объявлять? Назови меня Джокер. Send in the clouds. Пять лет назад я думал, что потерял тебя. Никакие чары не заставят меня отступиться. Ты выйдешь за меня? Да. Госпожа, я с важной вестью. Не вздумай испортить мне утро. Филипп просит моей руки. Нет. Я не прошу дозволения. Я и не дам. Любовь — это источник нескончаемых бед. Поверь мне, наша будет другой. Примите мое восхищение. Поступиться гордостью, пригреть дитя врага. Но теперь Аврора наконец познает тепло материнской любви. С сегодняшнего дня она моя дочь. Союза не будет! И свадьбы не будет! Что ты сделала? Мы идем домой. Аврора! Дисней представляет. Малефисента опасна для всех и каждого, но ты под нашей защитой. Так-так. Осторожность лишней не бывает. Грёзная! Ты не такая, я знаю. Ты совершенно не знаешь меня. Малефисента, владычица тьмы. Ну, рассказывай. Было еще существо. Ты годами опекала человека. Пора взять под крыло и свой род. Говори. Немедленно. Сначала ты. Меня зовут Сара Коннор. 29 августа 97 года мы с моим сыном Джоном предотвратили судный день. Спасли 3 миллиарда жизней. Такое резюме устроит? Не устроит. Может, ты и изменила будущее, но не изменила судьбу человечества. Что ты такое? Я таких еще не видела. Почти как человек. Я и есть человек, только усовершенствованный.
Давай проясним. Моя миссия — защитить ее. Подвергнешь ее опасности, я тебя уничтожу. Ясно. Я за руль. Все равно запищит. Все мое тело оружие. Девчонкам рассказывай. Прости. За мной, скорей! I'll be back. Послушай, мы все умрем, если ты не справишься. Как нам его остановить? Бороться бесполезно. Только убегать. Веришь в судьбу, Сара? Если не получится, мы все умрем. Знаешь, когда все закончится, покончу и с тобой. Я забыл вам показать то, что нашел сегодня утром. Вы увидите больших белых акул в естественной среде обитания? По-моему, здорово. Это же для туристов. Ты действительно хочешь провести весь день в их компании? Я отвезу вас туда, где нет никаких туристов и не будет еще миллион лет. А как ты вообще обнаружила это место? Поплыли. Так, включайте фонарики. Саша, твоя задница тут не пролезет. У меня она, по крайней мере, есть. Ход там, где лестница идет вниз. Ну что, вы готовы? Ничего себе. Как тут круто. Что за звук? Это сигнальный маячок. Вы чувствуете? О, течение! Меня уносит! Здесь погибнем! Господи! Уходим! Я застряла! Сейчас пойдем туда! Нет! Синяя бездна 2. В кинотеатрах с 15 августа. Ке пасом, Прости, но ты в этом кресле... Из меня вышел бы отличный президент. Ты бы вернул стране былое величие. Я к твоим услугам, Америка. Добро пожаловать в Зомбиленд. Жизнь — это не только выживание. Мы были семьей. Неблагополучно, конечно, но кому сейчас везет? С Рождеством! Чего бы ты хотела, малышка? Хочу, чтобы ты перестал называть меня малышка. А знаешь, чего я хочу? Мне насрать, чего ты хочешь. Так приятно вернуться на дорогу. Господи, мне так жаль. Я Коламбус. Мэдисон. А это Талахаси. Привет, ковбой. Он твой отец?
О, забыла про правила ремня. О, так она знает правила? Я рассказал ей о парочке. О 73-х. А есть еще? Ну, пупсик. Мне нравится. Моя сестра пропала. Она познакомилась с парнем. Он из Беркли. Беркли? Я ничего не имею против, но они вконец заигрались. Мы ее вернем. Выдвигаемся на рассвете. Выкладывай. Ты первая. Меня зовут Талахаси. Сдохни, зомби! Жги, детка! Зомбиленд 2. Контрольный выстрел. Нет! Моя тачка! О, мои извинения, микро Элвис! Слушай, мне кажется, или они очень похожи? Ты мне не нравишься. Совсем. Ты его заблокировал. Или даже придавил. Надеюсь, нас не оштрафуют. Какого хрена вообще? Что? Привет, народ. У меня что, глюки? В кино с 24 октября. Я в этом деле благодаря отцу. Он отдал свою жизнь ради познания космоса. Ведь космос — наше будущее. Начинаем психологическую оценку. Опишите ваше эмоциональное состояние. Я спокоен, уравновешен. Полностью готов к выполнению поставленной задачи. Я сохраню самообладание и концентрацию. Просто вылитый отец. Он первым добрался до границ Солнечной системы. Он был пионером. Но он был не просто астронавтом. Назовите цель вашей миссии. Моя цель — остановить бесконтрольную реакцию антиматерии, которая угрожает всей Солнечной системе. Приближаемся к Марсу. Спейском уверены, что в этом виноват мой отец. Мы стоим у истоков чего-то важного. Что же он нашел в этой бездне? В космосе наш враг не человек или что-то еще. А бесконечная пустота. Подари миру наше открытие, сынок.